Всем привет, ребята! Посмотрите, какая у нас сегодня радость! У кошечки Милы родилась дочечка Диана. Мы так долго ждали, и поэтому сегодня мы будем праздновать появление у нас новой пятой кошечки. Это очень-очень классно. Я знаю, что вы, ребята, очень ждали. И поэтому сегодня у нас самый классный денечек, да? Видите, в колясочке уже лежит маленькая кошечка Дианочка, дочка кошечки Милы. Милочка, поздравляем все тебя с рождением малышки-кошечки. И сегодня мы с ней будем знакомиться. И, конечно же, я думаю, что будешь принимать очень много поздравлений от ребяток. Хотя уже многие тебя поздравляли. Ну, ребятки, по-моему, очень классно, что у нас есть маленькая кошечка. Кстати, Анжелочка, Сонечка и Анечка приготовили подарочки для маленькой Дианочки. Да? Классные-классные подарочки, и Мила очень рада. А также сегодня устроим праздник в честь маленькой кошечки. Да, и будем все вместе веселиться и пригласим несколько лучших подружек. Так что сегодня будем готовиться. Ну что же, давайте посмотрим, кто же там у нас в колясочке. Дианочка, а ну покажись. Милочка, покажи свою маленькую кошечку. И вот она у тебя такая грустная. Да, она очень хотела, чтобы ее погладили. Вот, поэтому, видите, она любит так же, чтобы ее гладили, как и Анечка любит, чтобы ее гладили, да? Ты грустная? Она хочет покушать. Давайте покормим Дианочку. Печенюшку съела маленькая кошечка. Она такая забавная, да? Классно, что у нас есть такая маленькая кошечка, с которой будет интересно поиграть. Так, что тут? О, ты тоже любишь чистить зубки? Давай-ка и тебе почистим зубки. Вот так. Здорово, да, поиграть с маленькой кошечкой? Да, мы уже соскучились за малышками. Ну и как? Ух ты! И покупаем тебя в ванночке. Сегодня поучим нашу Дианочку, что же нужно делать. Да, она первый раз купается в ванночке. Вот так под душиком тебя искупали. Очень-очень классно. И вот здесь будет твоя кроватка, в которой ты будешь спать. Вот, и когда выключим свет, будешь засыпать. Вот так спит наша Дианочка. Конечно же, мы дадим ей имя Диана. И вот она уже получила второй уровень. Очень-очень классно. И будем уже скоро готовиться к празднику, да? Ведь это так здорово. Дианочка, вот ты уже хочешь танцевать, да? Да, Милочка, Сонечка, Анжелочка и Анечка очень любят танцевать. И ты тоже, ребятки? А ну давайте-ка зайдем в танцевальную студию и посмотрим на маленькую Дианочку. Она так хочет потанцевать, да, ребятки? А ну-ка покажи, что ты нам станцуешь. Очень интересно посмотреть. Вот такие движения. Кстати, очень быстрый танец у нее будет. Смотрите. Вот, она уже и натанцевалась. Ты что, устала? Сейчас посмотришь, как танцуют взрослые кошечки. И поучишься у них. Хорошо? Давайте, кошечки, покажем нашей маленькой Дианочке, как нужно танцевать, да? А потом и ты получишься, Дианочка. Ну и вот, смотри, танец от взрослых кошечек и от твоей мамы, Милочки. Скоро и ты так будешь классно танцевать. Тем более, что мы тебя сегодня даже нарядим. Для тебя Анечка купила в подарочек классное платьице. И мы сегодня тебе его померяем и оденем на праздник. Вот, а сейчас учится танцевать наша Дианочка. Ей очень-очень нравится. Итак, взрослые кошечки закончили свой танец. Дианочке очень понравилось, да? Классненько. Да, было очень замечательно. Так, спасибо кошечке за то, что показали Диане свой танец. Ну а теперь, мои хорошие, давайте-ка уже готовиться к празднику, да? Будем наряжаться в красивые-красивые наряды. Так, ну что же, заходим в гардероб. Для Дианочки это первый раз, когда она зайдет в гардероб. Интересно, ей понравится? Когда ее нарядим, на ее реакцию посмотрим, да? Понравится ли ей ее новый образ?
Так, ну что же, давайте-ка начнем с нашей маленькой Дианочки и нарядим ее в какое платье? Новогоднее или вот в это клубничное? Давай вот это клубничное платье. Это платье любят все маленькие кошечки, да? Анечка, когда была маленькой, очень любила это платье. И Сонечка маленькая любила одевать это платьице. Так, шубка у тебя только беленькая. Ой, розовую шубку хочешь? Ребята, давайте ей купим розовую шубку в честь того, что она родилась, да? И поздравим ее с сегодняшним днем рождения. Вот так. Она будет в розовой шубке и очень-очень радостная она. Так, голубенькие глазки нам очень хорошо подходят. Все будет с голубенькими глазками и, наверное, надо ей сделать прическу. Она хоть и маленькая, но хочет быть очень красивой. Поэтому мы ей сделаем вот такую прическу Пикси. Очень классненькую. И вот с таким цветом. Прикольненьким. И будешь вот такой красивой. Конечно же, макияж мы ей делать не будем, правда? Ты еще очень-очень маленькая, хоть и праздник сегодня, но будешь без макияжа. Так, ну что же, ребятки, а теперь давайте-ка будут наряжаться наши взрослые кошечки. А ты, Дианочка, посмотришь на них, да? Во что же они оденутся? А тем временем, пока мы будем наряжаться, наши кошечки подготовили много-много приветиков для ребяток. Итак, сегодня от всех-всех кошечек мы передаем приветики. Но вначале поздравим с днем рождения. Так, сегодня пушистые-пушистые приветики и поздравления с днем рождения у нас получает Татьяна Сокуренко, Катя Малыгина, Полина, Маргарита Коновалова, Алина Мандригель и Милана Флерчик. Поздравляем с днем рождения, желаем вам счастья, удачи, хорошего настроения и всего самого-самого лучшего, и пусть исполняются все ваши заветные мечты. Ну а теперь еще приветики, самые пушистые от наших кошечек получает Лина Лайф, Аня Грукач, Анна Гриненко, Лол Кот, Полина, Киска Мяу, Екатерина Волчкова, Вишня В, Анастасия Мороз, Салон Связи, Оксана Голик, Диана Яковлева, Вика Лукьяшка, Евген Васильев, Лилу Фурфару, Настя Семенихина, Асламова Вера и ее братья Марк, Гриша и Артур, Лена Курочкина, Александра Киселева, Дарья Анфалова, Диана Дэнди Шпак, Екатерина Баженова и Виолетта Баженова, Настя Громова, Елена Красникова, Фатима Изухра, Тягун Анна, Вика Кэт и ее Анжелочка, Даша Юрченко, а также Елена Азарнина, Сунцова Алина, Ткаченко Даша, Яна Чупина, Женя Строкина, Антонина Кумец, Наиля Нишанова, Диана, Аяжан, Карина Романова, Найтушка Поняха и ее брат Назар, Камила, Аватария и Соня, Яна Волоснова, Мисс Лера ТВ, Мяу Буська, Оружан Про и ее кошечка Мила, Соня, Ксения Зазуля, Евгения Булатова, Соня Хубулина, Камила Халилова, Сапко Алина, Вероника Геник, Валерия Дедук, Машкова Вера, Плюшевая Пами, Андрей Хижняк, Шагенова Диана, Алексей Л, Сашуня, Юля Лебедева, Даша Попова, Гуазар Алмат Кызы, Лиза Нижняя и Сэр Бор. Ну а от кошечки Анжелы приветик летит для Киски Мяу и для Вероники Петрив, а также для Людмилы Бруяки. От Сонечки приветик для Даниэлы ТВ и Лол Кот, от Анютки Эльвире Шариповой и Ольги Зуевой. От Анжелочки и Милочки приветик для Иры Демченко, а от Сонечки и Анечки приветик Вишне В и Ине Кисар Лукевич, а также мисс Кэт Кит. От Сонечки и Милочки летит приветик Диане Камаловой. А вот от Сони и Анжелочки приветик получает крутые девчонки Лайф. Ну а теперь для всех кошечек приветики от наших зрителей. И это от Ангелины Лайк, Вики Бальжинимаевой, Насти Астафьевой, Ани Гриненко, Вероники Клубники, Кэти Лайф, Никули Красотули, Насти Горбуновой, Михаэлы Флореа, Наташи Власовой, Лизульки Соколовой, ТикТок, Мими Гейм Софии, от Дианы Кэт приветик, от Любы Баженовой, от Дженни Родриес, от котика Тома и Сулаймановой Миланы, а также ее кошечки Лизы, от Александры Плотниковой и ее Анжелы и Тома.
А для Милочки передала приветик Анисимова Света и Марина Олейник. А кошечке Анжеле приветиков очень много. От Дарьи Виноградовой, Валерии Дедук, от Гузель Мулаяновой, от Чудеса с Алисой, Даши Юрченко, Маюши Гайнатулиной, Вики Кулешовой и Вероники Петрив. Анечке огромный поцелуй от кошечки Юли и Вероники, а также от Насти Звездочки. Сонечке и Миле от Валерии Дедук. Анжелочке и Миле привет от Егора Солодовникова. Анюта и Мила получают приветик от Алисы Петровой, а Сонечка и Анечка от Вишни В. Ну а Дианочке, нашей самой маленькой, тоже передали приветик. И тебе, Дианочка, передала приветик Эльгара Аразова и Александра Киселева. Ну что же, спасибо за приветики вам, кошечки, и спасибо зрителям за приветики для наших кошечек. Ну и вот, кошечки, теперь можно начинать праздник. Все, вы уже нарядились красивые, накрашенные, сделали красивый макияжик. Да, Дианочка, так что у тебя сегодня будет очень-очень классный праздник. Кстати, ребята, напишите, как вы обрадовались, что у нас появилась новая кошечка. И посмотрите, как она обрадовалась. Как здорово, да? Так, ну спать тебе пора. Нет, нельзя спать еще, потому что тебе надо еще будет попраздновать. Придут скоро подружки твоей мамы. Так что спать не надо. И смотрите, она получила снова новый уровень. Как быстро получает новые уровни наша малышка. Так что скоро-скоро мы увидим, как она подрастет. Ну что же, ребятки, а теперь давайте наш праздничный танец в честь рождения маленькой кошечки Дианы. Посмотрим на танцы наших кошечек. Ну и вот праздничный танец наших красавиц. И даже маленькая Дианочка участвует в этом классном танце. Поставьте лайк нашим кошечкам, нашим самым красивым и любимым кошечкам. И теперь их у нас аж 5 кошечек, и это очень-очень здорово, правда, ребятки? Ну что же, а сейчас мы будем уже прощаться с ними. Классно провести тебе, Дианочка, первый праздник. Ну что же, кошечки, пока-пока, ребята, всем пока-пока. Ребята, всем привет! Мы снова встречаемся с нашей любимой семьей кошечек, с нашими любимыми Анжелочкой, Сонечкой, Милочкой, Анечкой и новой маленькой кошечкой Дианой, доченькой кошечки Милы. Так классно, что у нас появилась еще одна маленькая кошечка, которая спит. Давайте-ка ее разбудим, а? Сейчас Милочка покупается и разбудит свою дочечку. Итак, давайте-ка. Милочка, разбуди Дианочку. Диана, просыпайся. Пора уже вставать. Смотри, все уже проснулись. И наша Дианочка тоже проснулась. Наша маленькая малышка-кошечка. Давай-ка, покупаешься вместе со всеми. И мы будем кушать. Да, мы тебя накормим молочком и печеньем, а может быть что-то еще вкусненькое купим. Очень хочется накормить маленькую Дианочку, да? Вкусной едой. Так, что ты там? Засиделась в ванночке? Ай, Дианочка, прикольненькая малышка. Давай-ка, я тебя сейчас покупаю. Так, Милочка, такая грустная. И Милочка, и Сонечка, да, Анжелочка, грязная. Ну ничего, сейчас мы быстро-быстро все исправим. Итак, вот какая Дианочка, очень-очень довольная. Так, и теперь осталось покупать нашу кошечку Анжелу. Ребята, так долго мы их купаем, потому что их аж 5 кошечек, да? Но ничего, мы же любим смотреть на наших красавиц. И любим, когда они купаются, тем более становятся такими чистенькими. Так, ну что же, ребятки, наших кошечек сегодня пригласила в гости подружка кошечки Анжелы и Милочки. Поэтому мы с удовольствием всей семьей отправимся в гости. Тем более, что хотят все посмотреть на маленькую Дианочку. И все хотят ее потискать, подержать на ручках, поиграться с ней. Ну а сейчас давайте-ка накормим малышку. Ну что, Дианочка, давай-ка съешь. Вот молочко с печеньем. Может, еще что-то купим? Милочка, давай-ка, можно еще твоей дочечке что-то дать? Такие голодненькие, ну ничего, сейчас поест маленькая кошечка. Давай-ка ей дадим овсяную кашку.
Я думаю, что ей очень-очень понравится, да? А потом вы уже взрослые покушаете. Давайте, малышка наша наестся. Вот, Дианочка наелась. И смотри, милочка, она получила новый уровень. Очень-очень здорово, да, ребятки? Не грустите, кошечки. У вас должно быть хорошее настроение. Вот такое, как у нашей маленькой Дианочки, да? А зубки уже будет чистить маленькая. Ну, подожди, пока покушают. Анжелочка покушает, покушает Сонечка и Милочка. И тогда уже ты сможешь почистить зубки. Ура! Очень быстро сегодня наелись кошечки, поэтому сейчас идем чистить зубки. Дианочка, ты первый раз будешь? Но я думаю, что у тебя получится. Ну что же, ребятки, давайте посмотрим, как наши кошечки чистят зубки. И получится ли у Дианы также хорошо их почистить. И потом посмотрим на наши самые красивые зубки, да? Нам кошечки покажут свои самые обалденные сверкающие зубки. Вот такие красивые. Ну что же, мои красотульки, теперь можно собираться. Вот так здорово пританцовывают наши красотки. Ну такие грустные. Что нам надо сделать, ребята? Конечно же, всех нас погладить. И смотрите, какая Дианочка веселенькая. Ей нечего грустить, она у нас пританцовывает. Так что, ребятки, сейчас я поглажу наших красавиц. И у них, конечно же, поднимется настроение, и мы с удовольствием с ними пойдем в гости к подружке, кошечке Анжелы и Милочке. И, конечно же, там с новыми друзьями познакомится наша Дианочка-малышка и Анютка. И, кстати, Анечка получила новый уровень. Очень-очень здорово. Ну и вот, ура, наши кошечки с классным настроением. Все 5 кошечек у нас в супер хорошем настроении, да? Милочка, чего ты пригрустила? А, ребятки, она хочет показать, что она подарила альбомчик для маленькой Дианочки. И поэтому мы сейчас заглянем. Давайте все вместе. У нее тут есть несколько пачечек наклеечек. И мы научим Дианочку клеить их в альбомчик. Итак, открываем пачечки. Вот какие классные. Ух ты, скоро откроется губная помада у нашей Дианочки. И тушь даже, наверное, и тени. Ну, красить, конечно же, мы тебя, Диана, не будем, потому что ты еще, ну, очень-очень маленькая. А вот, кстати, ребята, макияжик, вернее, краску для лица можно будет ей сделать. Так, ну что, все наклеечки открыли. Итак, заполняем альбомчик. И вот у нас первая картинка есть, и разблокировали тени. Классно, классно. Так, теперь у нас тушь получили мы для маленькой Дианочки, а также губную помаду. Нет, еще губную помаду мы не получили. Мы открываем постепенно. Так, следующую наклеечку. Вот, эта страничка с фоном Королевского дворца. Вау, классно. Но все еще закрыто у нашей маленькой Дианочки. Так, и новые шубки. И, кстати, появилась новая черно-белая шубка. Ура, ура, ура. Классненько, да? Так, ну что же. Так, ну а Дианочка, с тобой поиграть можно будет попозже. Поучить тебя играть на компьютере. Так, ну все, наклеечки открыли Дианины. А теперь давайте-ка идем в гардероб, потому что подружка уже нас ждет. И мы будем одеваться. Так, давайте сейчас нарядим сначала нашу маму Милочку и ее дочечку Диану. И я хочу, чтобы они сегодня были одинаковые. Давайте так сделаем. Сейчас, что тут есть у нашей Дианочки такое, что можно было бы и маме одеть? Так, у нас есть розовый наряд. Тут еще закрыто у нас все. Новогоднее платьице или дизайнер платьев. Давай оденем вот такой розовый наряд. Очень миленько смотрится наша Дианочка. И я думаю, что так же мило будет смотреться наша Милочка. Ну и где же такое платьице? А вот оно, вот такой розовый наряд у наших кошечек, у мамы и дочечки. Очень классненько смотрится. Так, теперь давайте-ка цвет шубки сделаем. Какой есть у нашей маленькой Дианочки? Почти все закрыто еще. Ну вот есть беленькая, черно-белая. Давайте, будет у нас черно-белая шубка, как раз новенькая для нашей Анютки, она для нашей Дианочки, она очень-очень обрадуется. Так, и черно-белая шубка для мамы Милы. Вот такие наши кошечки. Они одинаковые, но очень разного роста, да? Так, голубые глазки останутся. У Милочки тоже сделаем голубенькие глазки, вот такие наши одинаковые красавицы. И что еще? И прическа есть какая-то?
давайте сделаем прически им разные. Вот, Дианочке купим вот такую прическу, косички. Такая милашка, наша маленькая Дианочка. А маме Милочке мы сделаем другую прическу. Какую хочешь? Давай каштановые волнистые волосы сделаем. Вот такую прическу маме Миле. Вот такие наши одинаковые. Мама и дочка. Да? Классные наши кошечки. Так, ребятки, а теперь смотрим, как одеваются наши Анжелочка, Сонечка и Анютка. И посмотрим на наших модниц. Они так любят наряжаться. Тем более, что пойдут сегодня в гости к подружке. Подружка пригласила их не просто так. Она захотела, чтобы наши кошечки остались у них на всю ночь. И поэтому устроила пижамную вечеринку. Поэтому наши все 5 кошечек еще и пижамки для себя потом подберут. И мы вместе будем устраивать пижамную вечеринку. А сейчас смотрим на наших красивых кошечек. Ну и макияж для наших любимых кошечек. Ну а ты, Дианочка, пока будешь без макияжа. Ты еще совсем маленькая, поэтому посмотри, как делают макияжик взрослые кошечки. И скоро мы и тебе сможем сделать макияж. Тем более ты наклеишь наклеечки, откроешь себе помаду и тени. И будет очень-очень красивая у нас Дианочка, когда будешь краситься. Ну а теперь смотрите на наших красивых кошечек. Ну и вот наши кошечки уже готовы. Посмотрите на наших миленьких красавиц. Смотрите, как обрадовалась Дианочка новому наряду. Очень-очень здорово, правда, ребятки? А теперь давайте наши кошечки потанцуют и передадут обязательно приветики нашим любимым зрителям, а также получат тоже от зрителей приветик. А потом мы еще нашу Дианочку поучим играть в игры. Да, ребятки? Ну что же, давайте-ка слушать приветики. И как всегда в начале мы передаем самые пушистые приветики и поздравления с днем рождения для наших именинников. Так сегодня поздравления с днем рождения и самые пушистые приветики принимают Настя Звездочка, Ева Гагарина, Дмитрий Кабан, канал Даша и Полина, Ксения Валуева, Плюшевая Пами и Саша Гриценко. Желаем вам море позитива и искренних улыбок, радости во всем и больших успехов, крепкого здоровья, счастливых глазок и хорошего настроения, а также пушистые-пушистые приветики для вас. Ну а еще следующие приветики кошечки передают нашим любимым зрителям. И это Аватария и Соня, Анастасия Неверова, Алтан Бургустинова, Хаски из сказки, Яна Чупина, Вика Бальженимаева, Ирина Колобова, Маргарита Стартлав, Гаузар Алматкызы, Без имени, Мася и Бандит, Яночка Иврит, Нариман, Милена Зенина, Моя говорящая Анжела, Лимара Исабаева, Королева Таня, София А, Хуснудинова Лейсан, Стародубова Виктория, Оксана Голик, Каролинка Малинка, Лиза Купреева, Дарья Виноградова и ее сестра Арина Савченко, Каролина Дамаскина, Котенок ТВ, Лина Лайф, Татьяна Быкова, Кошка Кити, Мисс Лера ТВ и ее подруга Вероника Викаленко, Сиамская кошка Соня, Даша Юрченко, Токи Тори, Катя Ульянова, Кэти Лайф, Настя Бердар, Вика Зубарь, Пинки и Рарити и Кукла, Аня ТВ, Гузель Мулаянова, Диана Боротова, Асламова Вера и ее братья Марк, Гриша и Артур, Малыш Котик, Лиза Самойленко, Тягун Анна, Софья Фурманова, Елена Азарнина, Аня Анюта, Софья Богат, Даша Котик, Юлия Перлухина, Влада Кац, София Остапев, Сунцова Алина, Алиса Василиса, Евген Васильев, Кошка Вишенка, Сулайманова Милана, Вишня В, Ирина Попова, Сабина Загдинова, 50 Дас, Фатима Изухра, Юля Лебедева, Ведякова Ярослава Артуровна, Вика Лукьяшка, Аурика, Марго, Вика Маланий, Наталья Эрбис, Татьяна Волкова, Дарья Кравченко и Вика Лайв. Ну а сейчас приветики от нашей самой маленькой кошечки Дианочки получают Наник Захарова, Марина Лашкевич, Киска Мяу, Настя Бруяка, Тягун Аня, Яша Гертнер, Диана Камалова, Диана Высочкина и Ольга Быстрова. От кошечки Анжелы приветик Веронике Петрив и Наталье Кочкиной. От Милочки приветик получают Лиза Нижняя.
от Дианы и Милы, для Ани Гриненко летит приветик, для крутых девчонок Лайф и для Сумбаева и Миланы. Ну а теперь для всех наших кошечек самые пушистые приветики передают Мими Гейм София, Мася и Бандит, Руслана Адаменко, Настя Оставьева, Оля Сподаренко, Екатерина Баженова и ее сестра Виолетта Баженова, Дарья Виноградова, Бегемай Азизова Азиза, Василиса Пронина, Даша Глюза и ее Анжела, Том, Том 2 и Хэнк, Дмитрий Кабан, Хадижа Ханбутаева, София Андрусевич и Лиза Кудакова, а также Даша Котик, Найтушка Поняха и ее кошечка Найта, Киса Марина Мяу, Юлия Муха, Елена Шленкина, Валерия Дедук и ее Анжела, Александр Крыцов, Наталья Эрбис и веселые мульты. Ну а лично кошечке Анжеле приветик от Мяу Буськи и Надежды Культишовой, от Вероники Петрив и Русланы Адаменко. Анечке приветик от Софии Яницкой, а Милочке от Ани Нявк и Виолетты Баженовой, от Волковой Миланы и от Алины Коробейниковой, от Владика Шиклина и Вики Федченко. Ну и больше всего сегодня приветиков маленькой Дианочке. Цветок жизни передает ей приветик. Маргарита Коновалова и Екатерина Баженова также ей передают приветик. Еще Диана Ережеп, Каролина Дамаскина, Касси Кэт, Настя Габусь, Софи Шоу, Анна Коноваленко, Настя Лав, Влада Кац, Рита Автушка. Огромнейший приветик от Иники Сарлукевич, Лизульки Соколовой и от Доги ФНАФ. Ну а Сонечке и Анечке летит приветик от Даши и Полины и от Волковой Миланы, Сонечке и Дианочке от Михаэлы Флорео и ее подружки Лисник Рады, от Виктории Саенко. А Анжелочке и Милочке приветик от Даши Юрченко. Спасибо за приветики и вам, зрители, и вам, кошечки. Наши красавицы-кошечки уже будут переодеваться в пижамки. Наша кошечка Анжела приготовила для себя комбинезон-пижамку голубого цвета. Вот такая наша кошечка Анжела будет. Сонечка, покажи свою пижамку. Она решила сегодня взять с собой пижамку-зайку. Итак, вот такой зайчик сегодня будет у нас. Вот такого желтенького цвета. А теперь, Милочка, давай-ка и твой костюмчик. Она захотела быть вот такой единорожкой. И, конечно же, пришлось купить такой же костюмчик для маленькой Дианочки. И она ему очень-очень обрадовалась, когда узнала, что мама ей купила такую же пижамку. Классная, да, наши единорожки? Так, ну а теперь пижамка для нашей Анечки. И она будет вот такой розовой кошечкой. Ну вот наши милашечки, такие милые, красивые. Что же, давайте-ка посмотрим танец наших кошечек и будем с ними прощаться. Ребятки, посмотрите, наша Дианочка подросла, у нее уже размер малыши. И смотрите, да, очень-очень быстро растет наша кошечка. Так здорово. Ребята, посмотрите, вот такая уже наша Дианочка. Хотя еще незаметно, чтобы она сильно-сильно выросла, да? Она все равно еще малышка. Так, ну что же, а теперь давайте финальный танец наших кошечек. Наших любимых красавиц-кошечек. Ребята, а вы танцуйте с нашими Анжелочкой, Сонечкой, Милочкой, Дианочкой и Анечкой. С нашими любимыми красивыми кошечками, которых, я знаю, вы очень-очень любите. И обязательно поставьте им лайки, они очень любят, когда вы ставите им лайки и пишите комментарии. И не забывайте написать комментарий для наших кошечек, они прочитают, и у них сразу поднимется настроение. Ну а сейчас, ребятки, всем пока-пока, и кошечки тоже вам пока-пока! Привет, ребятки! И вот мы снова встречаемся с нашими кошечками. Я думаю, что все уже знают наших красавиц. А кто не знает, знакомьтесь. Это кошечка Анжела, наша самая старшая кошечка. А это зайка, кошечка Соня. Это дочь кошечки Анжелы. Вот такая лапочка-кошечка. Ну а теперь Милочка. Тоже очень любимая кошечка. Наша Мила. И также ее дочечка Дианочка. Вот она, наша Дианочка. И самая последняя, наша Анютка. Наша красивая, тоже пока еще маленькая кошечка, Анечка. Двоюродная сестричка Дианочки и Сонечки. Ну что же,
А теперь давайте-ка я вам расскажу, какой сегодня будет денечек. Наши кошечки решили сделать королевский портрет. И поэтому сегодняшнее видео будет у нас необычное, да? У нас сегодня будут королевские кошечки, королевский ремонт, королевские танцы. И, по-моему, это очень-очень круто. Тем более, я знаю, ребятки, что вам очень нравится наряд королевы. И когда одевает какая-то кошечка этот королевский наряд, то сразу она вам очень-очень нравится. Поэтому сегодня такое необычное королевское видео. Ну и прежде чем нарядиться, давайте-ка сделаем королевский ремонт нашим кошечкам. Это очень-очень здорово. Единственное, знаете, в чем проблема? Что у нас у Дианочки еще не открыты все наклеечки, поэтому королева из нее не получится точно, да? И она еще сильно маленькая для королевы. Но вот королевский ремонт возможно. Давай-ка сейчас, Дианочка, посмотри. Твои старшие кошечки сделают ремонтик королевский, а потом мы тебе откроем наклеечки. Ну что же, ребятки, давайте сделаем быстрый-быстрый королевский ремонт, да? Итак, ускоряемся и посмотрим, что же получилось у наших кошечек. Итак, посмотрите на самые красивые королевские террасы наших кошечек. Посмотрим, понравится ли им. Вау! По-моему, очень-очень здорово. Такая классная реакция у наших кошечек, наших красавиц. Анжелочки, Сонечки, Милочки и Анютки. Так, ну что же, Дианочка, тебе нравится? Правда, красиво очень стало. Давай-ка откроем твои наклеечки, и, возможно, там тоже будет фон королевского дворца. А это очень-очень красиво. Ребятки, я надеюсь, что у нас все получится. Так классно, что у тебя есть много наклеечек, которые ты сможешь сейчас наклеить. И, конечно же, мне кажется, что у тебя тоже получится сделать такой же ремонт королевский. Так, и кажется, ребятки, наверное, все. У нас все получится. Так, заполнили одну страничку у нашей Дианочки. Так, ух ты, и помада для нашей маленькой кошечки. Но мы еще, Дианочка, пока тебе не будем губки красить. Еще пока рано. Так, и вот, смотрите, фон королевского дворца. Отлично! Ну что же, получаем вот такой фон королевского дворца. Ну, понравится нашей Дианочке? Ребятки, здорово! Смотрите, вот это сколько радости у нее, у нашей маленькой кошечки. Ну а теперь давай по-быстренькому сделаем все так же, как у взрослых кошечек. Такую же игровую приставку и пуфик для наклеечек. Ну, а также коврик. Ну и вот, Дианочка, смотри и любуйся. Вау! Снова обрадовалась наша кошечка. Такая миленькая лапочка. Наша кошечка Диана. Мне она очень-очень нравится. Так, ну что же, ребята, фон королевский просто супер. И теперь нам не хватает королев, да? Итак, у нас сегодня будет 4 королевы и маленькая кошечка Дианочка. Конечно же, королевского наряда для тебя нету, поэтому выберем для тебя другой наряд. Красивая детская платьица. Ну что же, ребятки, где же тут наши наряды королев? И мы скоро-скоро уже увидим настоящих кошечек-королев. Вот она, королева, кошечка Анжела. Сейчас, Сонечка, тоже станешь королевой. Вот так. Отличный королевский портрет получится, правда, ребятки? Очень здорово. Кому нравится наряд королевы, обязательно поставьте лайки, напишите в комментариях, нравится ли вам этот наряд. А также напишите вообще свой самый любимый наряд и какой больше всего наряд любит ваша кошечка Анжела. Да? А нам с кошечками будет очень интересно узнать. Так, вот наша королева. Анечка готова. Жалко кошечку Диану, да? У нее нету королевы? А ну посмотрим. Нету еще королевы, все закрыто. Ну и ты еще и не подходишь немножко под образ королевы, да? Ты еще у нас маленькая, красивая кошечка. Будешь подружкой королев. И для тебя мы оденем твое самое любимое платьице. Клубничное платье в горошек
Вот оно, самое любимое платьице кошечки Дианы. И сделаем тебе красивые черные косички. Вот такой нашей миленькой кошечке. А также у тебя будет белая шубка. Белая шубка и голубые глазки. Ну, а теперь сделаем также белые шубки нашим королевам. У нас все королевы сегодня будут одинаковые. Очень классно, да? Все кошечки одинаковые, почти как день близняшек устроили. Но сегодня у нас день королев. Так, и кто у нас осталось? Анечка, тоже тебе белую шубку. И сегодня у вас будут глаза кошки удачи. Правда красиво, ребятки? Очень-очень красиво смотрятся наши кошечки с такими красивыми королевскими украшениями. Такие богатые наши кошечки. Здорово, здорово, мне очень нравится. Так, глаза кошки удачи нашей Сонечки и Анжелочка. Твои глазки точно такие же. Вот это прикольно будет посмотреть. Наши четыре королевы будут танцевать сегодня. И маленькая кошечка Дианочка, да? Когда вырастешь, тоже сможешь одевать такие же наряды. А для того, чтобы у тебя лучше настроение было, давай тебе сделаем вот такое радужное сияние. Очень миленько смотрится, да, ребятки? И, кстати, посмотрим потом на танец наших кошечек. Ну, а сейчас макияжи, как же королевы и без макияжа, да? Ребятки, давайте-ка смотрим на макияж. Как же королева без макияжа не будет очень хорошо смотреться, поэтому сейчас мы сделаем королевский макияж нашим кошечкам. Тем более, что они очень-очень любят макияжи делать и просто не представляют, как же им ходить без макияжа, да? Ну и вот, ребятки, наша королевская семья готова. Очень миленько смотрятся наши красотки, правда, ребятки? Я думаю, что они заслуживают лайков. Вот такие наши королевы. Кошечки. Анжелочка, Сонечка, Милочка, Анютка и наша маленькая кошечка Диана. Пока еще не королева. Ну что же, ребятки, по-моему, очень-очень классненько выглядят наши кошечки. А теперь, я думаю, нам стоит потанцевать. А когда мы танцуем, мы, конечно же, передаем приветики, которые мы очень-очень любим. И вас, зрители, мы тоже очень любим. Ну что же, ребятки, пойдем вместе с кошечками в танцевальную студию и передадим приветики вам, наши любимые. Но вначале мы передаем пушистые приветики и поздравляем с днем рождения всех именинников. От кошечек сегодня поздравления с днем рождения принимают Марина Дашкевич, Дарья Зубова, Лилу Фурфара, Гуазар Алматкызы, Наиля Нишанова, Анастасия Тихомирова, Наталья Кащик, Даша Котик, а также Варвара Гадзевич. Варенька, счастья тебе и всем именинникам! Счастья, удачи, здоровья, хорошего настроения, классных друзей. Ну а сейчас продолжаем передавать пушистые приветики от наших кошечек нашим любимым зрителям. Итак, приветики сегодня получают Юля Лебедева, Лина Лайв, Вика Лайк, Настя, Бегемай Азизова Азиза, Настя Семенихина, Полина Кот, Аяжан, Аделина Саржанова, Мэгги Ди, Сабина, Маша, Анеля, Динара Езбасынова, Марьяна Бичук, Яна Чупина, Катя Ульянова, Заград Магомеднурова, Кира, Китти Кэт, Дарина С, Китти Лайф, Тягун Анна, Даша Гоу-Гоу, Настя Бурлакова, Сулайманова Милана, Милкин Нилкин, Ксения Зазуля, Евгений Ковалев, Кошка Китти, Настя Аверьянова и ее кошечка Варя, Найтушка Поняха, Оля Сподаренко, Лиза Лукьяшка, Мири Кот и ее лучшая подруга София Гусакова, Елена Прокофьева, Мария Платова, Джасмина Халилова, Суперсказочный Патруль, Волоснова Яна, Рамазан Ахматов, Оксана Кош, Алиса Руденко, Настя Русецкая, Ника Клубника Бойко, Сиамская кошка Соня, Карина Терентьева, Настя Пронько, Наташа Власова, Жансая Тулигенова, Оксана Голик, Дарья Пономаренко, Аружан, Маша Андреева, Гумис Магул, Рая Кошечконова, Алекс Крух, Кузьмина Диана, Эльмира Ахматова, Марьям С, Яна Данилян, Даша Рудакова, Настя Шиклина, Хомик ТВ, Антон Пискунов, Алиса Лебедева, Полина Карклина, Марин Икс,
Макеева Елизавета, а также Захра Аббасова, Кайрат Бекиев, Настя Федорченко, Татьяна Тушинова, Пилипенко Алина, Цветочек ТВ Даша Виноградова, Софи Сафронова, Ольга Червенева, Таня Мурая, Анулька Кисулька, Арай Талиутай, Анастасия Неверова, Арина, Вика Малани, Киттен 2008, Соня Маркеева, Елена Прокофьева, Вика Груничева, Вика Черника, Индира Тойкина, Миронова Екатерина, а также Веронике Куфтыревой приветик от Машковой Веры. Ну а от кошечки Анжелы сегодня приветик для Амины Сулеймен, от Анжелы и Анечки приветик Татьяне Лысенко, от Сони и Анжелы приветик Егору Солодовникову и Веронике Петри. От Милы, Сони и Ани для Яночки Иврит и Киски Шоу приветик. От кошечки Милы приветик Лере и Алене Никаноровой, Насте Лав, Ким Артему, Элине Коробейниковой и Лизульке Соколовой. От Милы и Дианочки привет для Кэсси Кэт, для Даши Котик, Ксюши Кэт, Саши Фокс, Вероники Свиды, для Dolls Story, для Софии Таричевой и Кристины Мирной. От Дианочки приветик для Ани Грукач, Гузель Мулаяновой, для Фатимы из Ухры, Риты Автушка, Анул Хавханисян, Айнуры Нурбаевой. От Дианочки и Анютки приветик для Михаэлы Флореа и ее подруги Рады, для Ани Гриненко, для Арины Роблокс и Анны Ефимовой. От Анжелочки и Милочки приветик летит для Дианы Езбасыновой и Нади Соколовой. А от Сонечки пушистый приветик для Софии Киди, Софьи Богат, Крутых девчонок Лайф и Юли Лебедевой. От Сонечки, Анечки и Дианы для Ини Кисарлукевич приветик. Ну а теперь все кошечки для вас. Приветики и воздушные поцелуйчики от Маргариты Стартлав и ее котиков и кошечек, от Полины Кот, от Анели, Насти Остафьевой, Даши Гоу-Гоу, Карины Шоу, от Даши и Полины приветик. Евген Васильев передает вам приветик, Настя Пронько, Лиза Кудаковой. Александра Плотникова и ее Том и Анжела передают приветики. От Дарьи Пономаренко летит приветик, от Гуазар Алматкизы, Дарьи Мяу, Анны Ефимовой, Жени, Виолетты Кульчихиной, от Ирины Осташковой и Арай Талиутай. А Анютке передает приветик Амирхан Тангатаров и Оксана Тарасова. Сонечке от Даши и Полины приветик и от Софи Сафроновой. Анжеле Дарья Миновщикова передает приветик и Лиза Самойленко тоже. Диане от Мири Кот, от Даши Котик приветик, от Карины Шоу и Ани Грукач, от Крутых Девчонок Лайф, Лины Лайф, от Марьяны Черновой, Арианы Лу, Оружан, от Дианы Кэт, Лилианы Лазаревой, Милочки от Насти Лав привет и Амины Сулеймен. Анжеле и Ане приветик летит от Оли Сподоренко, а Миле и Дианочке от Дианы Камаловой и Насти Семенихиной, от Dolls Story и Софии Таричевой, а также от Мариям С. и мисс Аделины. Анжеле и Диане приветик передает Настя Шиклина и Лилу Фурфаров. Анечка и Дианочка получают приветик от Валерии Дедук и ее Анжелы, от Ани Гриненко и Сумбаевой Миланы. Диана и Сонечка приветик получают от кошки Дианы, а Анжелочке, Сонечке и Милочке летит приветик от Михаэлы Флореа и Рады. Миле, Диане и Соне привет от Мэгги Ди, а Анжелочке и Сонечке от Валерии Сквирл и Вероники Петри. Спасибо вам, кошечки, за приветики. Спасибо вам, ребята, за приветики для кошечек. Кто вдруг сегодня не получил приветик, обязательно дождитесь следующей серии. Кошечки, так классно мы сегодня с вами провели время. Ну и посмотрите, как устали наши кошечки. Такой насыщенный денек был у наших королев кошечек, да? Ребятки, очень-очень здорово. Ну а теперь, поскольку они устали, наверное, будем мы уже с ними прощаться, да? Ух ты, как здорово! Наша маленькая Анюточка уже подросла. Классно, можно будет завтра отмечать день рождения нашей Анечки, да? Ребятки, посмотрите, наши кошечки будут готовиться теперь к дню рождения Анютки. Ну и как, и видите, она подросла, такая взрослая королева, наша Анечка. Ну что же, ребятки, на классной такой нотке мы закончили наше сегодняшнее видео. Поздравляем нашу Анютку со взрослением, да? Вот так была маленькая, стала уже вот какая взрослая кошечка. Ну что же, кошечки, не будем вам мешать, готовьтесь спать.
А мы с ребятами с вами будем прощаться и обязательно придем к Анечке на день рождения. Ну что же, ребятки, всем пока-пока. И кошечки вам тоже пока-пока. И поцелуйчики вам от всех зрителей. Ребята, всем привет! Сегодня мы вместе с нашими кошечками будем поздравлять Анютку с днем рождения. Как вы видите, наша Анечка подросла, и сегодня мы будем праздновать день рождения нашей кошечки Анечки. Так здорово! Недавно, Анечка, ты была маленькой, а сегодня вон уже какая большая взрослая кошечка. Скоро догонишь Анжелочку, Сонечку и Милочку, да? А тебе, Дианочка, малышка, еще рано. Так, ну что же, поскольку сегодня день рождения, наши кошечки для Анюты приготовили сюрпризы. Кошечка, Милочка и Сонечка решили подготовить для нашей Анечки классный танец. Дуэт двух кошечек-балерин. А маленькая Дианка выучила стишок и с удовольствием расскажет Анечке его. А кошечка Анжела подготовила отличную песенку для нашей Анютки. Ну а также, ребята, сегодня обязательно все вместе споем для нашей кошечки Анечки песню «Поздравления с днем рождения», да? А теперь для дня рождения нужно нарядиться, да? Наша именинница должна быть самой красивой. Посмотрим, что она выбрала, какой наряд. И также наши остальные кошечки сегодня будут наряжаться. Наверное, долго придется нам одеваться, да? Так, давайте сразу начнем с нашей именинницы Анютки. Анечка, покажи, какое платье ты сегодня оденешь. Я бы хотела вот такое бриллиантовое, очень красивое, но она немножко поскромнее. И выбрала для тебя строгое вот такое вечернее платье. Очень красивое. Кстати, она его еще ни разу не одевала, поэтому очень ей захотелось одеть такое платье. И для такого строгого платья надо прическу поярче. И сейчас сделаем прическу яркую для нашей Анюты. Она захотела вот такую прическу, рыжие волосы на одну сторону. Ей очень-очень нравится такой цвет волос. И она смотрится просто обалденно, правда, ребятки? И также такие красные яркие глазки у нашей Анечки. Так непривычно видеть, Анечка, тебя взрослой. Такая красивая наша кошечка. Так, что теперь Дианочка спешит одеться? Так, и что же, Дианочка, ты выбрала? Хочешь такое платье одеть? Да, ты уже хочешь повзрослее выглядеть. В длинном платье будет наша Дианочка и расскажет стишок для нашей Анютки. Так, и выбрала она вот такое голубенькое платьице. Такое хочешь, да? Ну, здорово. Прикольненькая ты. А цвет глазок какой? Коричневые глазки у тебя есть, давай. Что-то зелененькие, наверное, голубые оставим к твоему платьице. А также давай вот такую прическу с модным хвостиком сделаем. Вот такая наша миленькая красавица Дианочка, которая будет поздравлять Анютку с днем рождения стишком. Так, и теперь наши две кошечки Сонечка и Милочка ждут своей очереди. Они сегодня будут балеринками. И подготовили нежный красивый танец для нашей именинницы Анечки. Ну что же, вот, одна балеринка готова. Нежные прима-балерины. И вот такой наряд для нашей Милочки. Розовая и голубенькая. Нежные-нежные наряды у наших кошечек. Поменяем прически. Они решили сделать другие прически. Легкие, воздушные. И вот, Сонечка решила сделать такую прическу. Вот. Каштановые волнистые волосы будут у нее. А у Милочки светлые волнистые волосы. Вот такие очень-очень похожие кошечки, да? Хотела, конечно, к ним присоединиться и маленькая Дианочка, танцевать так же, как мама, но у нее нету еще таких нарядов. Поэтому расскажет стишок. И, кстати, она еще не научилась так же танцевать, как Сонечка и Милочка. Итак, наши прима-балерины готовы. Меняем цвет глазок. И вот глаза ангела будут у нашей Сонечки и глазки для Милочки. Это будут вот такие розовые глазки. Ну и теперь наряд для нашей кошечки Анжелы-певицы. И у нее сегодня будет для ее выступления вот такое желтое вечернее платье. Также прическу сделаем для нашей красавицы-кошечки Анжелы. И что же,
И выбрала она вот такую вот прическу, диадему. Такая прям в таком вечернем наряде наша кошечка Анжела. Да? Классный концерт сегодня получится для нашей Анютки. И глазки, которые будут у Анжелочки, сегодня это коричневые глазки. Итак, наряды, цвет глазок у наших кошечек уже готов. Так, и теперь, что, ребятки, нам надо сделать макияж, который очень-очень любят наши кошечки. Так, и сейчас... Что, Дианочка, хочешь макияж? Нет, тебе еще рано. А ну, давай посмотрим. Может, краску для лица какую-то? Закрыта, магия блесток. Вот такой голубенький макияж. Ух ты, сияющую снежинку хочешь? Ну, ребятки, давайте сделаем ей такую краску для лица. Ведь сейчас же зима, да? Зимой у нашей Анечки день рождения. И такая миленькая кошечка Диана будет поздравлять нашу Анечку. Так, а теперь будет краска для лица для наших кошечек-балеринок. Вот такая сила цветов для Милочки. И вот такая... Мечта фей для нашей Сонечки. Итак, ребятки, осталось сделать макияж только кошечке Анжели и нашей имениннице Анюте. Давай-ка, Анюта, начнем с тебя. И сделаем тебе макияж красивый. Какой же макияж сделать нашей имениннице? Давайте, конечно же, самые яркие розовые щечки. Вот. И какой-то яркий макияжик. Давай сделаем... Тебе вот такой. И посмотрим, не будет ли слишком ярко. Хотя, ребятки, можно добавить другого цвета. Давай возьмем желтые тени. Вот сюда добавим. И посмотрим на нашу кошечку Анечку. Вот такой макияжик будет у тебя. Тебе нравится? Да, она довольна своим макияжем. А теперь давай губную помаду тебе еще и реснички накрасим. Черные реснички будут у нашей кошечки. Вот такие классные реснички. Так, итак, макияжи у нас уже почти готовы. И сейчас, ребятки, мы хотим вместе со всеми кошечками скушать вкусного мороженого. Поэтому мы сейчас идем в магазин и купим мороженое. Ну что, класс? И всякие сладкие вкусняшки. Чтобы было круто, классно, весело и очень вкусно на дне рождения. Так, и Анжелочка, твой макияжик. Давай-ка тебе сделаем нежный макияж нашей певицы-кошечки Анжели. Так, сделаем тебе вот такие тени. Тушь и губную помаду. И сейчас посмотрим на наших кошечек. Вот такие они сегодня все разные. Красивые, очень миленькие наши кошечки. Ух ты, как обрадовалась Мила, как обрадовалась Дианочка и Анечка, да? Что же, ребятки, давайте скушаем мороженое. Вернее, сами мы не скушаем, но посмотрим, как будут кушать наши кошечки, да? А, Дианочка, ты, наверное, еще не съешь мороженого, ты еще маленькая. Так, ребятки, идем вместе с нашими кошечками в магазин за вкусными угощениями. Так, что у нас здесь? Для наших взрослых кошечек есть мороженое. Купим обязательно. А для нашей малышки... Возьмем вот этих конфеток леденцов на палочке и апельсиновый сок. А также давайте вот эти пирожные макароны возьмем. Вкусное какое день рождения получилось у кошечек. Ну что, первая именинница, давай-ка скушаешь мороженое. А потом вечером можно будет пирожное скушать. Ой, очень вкусно. Так, держи леденец на палочке, Дианочка. Милочка, скушай вкусное мороженое. В честь нашей именинницы. И Сонечка съела мороженое, и кошечка Анжела. Вау, как здорово! Да, ребятки? Классно! Отличное угощение! А теперь давайте споем поздравления для нашей кошечки Анечки. Ребятки, присоединяйтесь! С днем рождения тебя!
С днем рождения тебя, с днем рождения, наша Анечка, с днем рождения тебя. Ура, Анечке день рождения. Правда, ребятки, классно. Ну а теперь мы с нашими кошечками потанцуем и поиграем в самую классную игру с шариками. И, конечно же, передадим приветики. Слушайте внимательно. Сегодня для вас, ребята, будет очень много пушистых приветиков, а также поздравления с днем рождения. Итак, пушистые приветики и поздравления с днем рождения от наших кошечек принимают сегодня все именинники, а также Эвелина Бигбаева, Саша Котик, мисс Элли, Мири Кот, Зайка Таня, Татьяна Козлова. Желаем вам счастья, удачи, хорошего настроения и пусть сбываются все ваши мечты. А следующие, самые пушистые приветики получают Аяжан Кэт Супер, Колупаева Настя, Макеева Елизавета, Полина Лол, Лена Кошачева, Юля Лебедева, Мария Сидякина, Ксюша Асбель, Анастасия Анохина, Вика Пай, Мира Смайлик, Кити Март ТВ, Настя Семенихина, Волоснова Яна, Принцесса ЛПС, Валя Ткаченко, Кира Мисюревич, Петренко Оксана, Яна Чупина, Кити Кэт, Мариям, Даша, Аружан Про и Колчан Маша, Фатима Изухра, Дарина Гимаева и Гузель Мулаянова, Настя Худанич, Полина Волошина, Вера Машкова, МЛП Соня Пташка, Dolls Story, Ирина Шумаева, Лина Лайф, Чудеса с Алисой, Ангел Пугачева, Дарья Кравченко, Милашка Персики Веселье, Аня Грукач, Сергей Радюк, Соня Хубулина, Вероника Свида, Лера Орлова, Амина Меслимова, Жансая Тулигенова, Fire Cat, а также приветики летят для Киски Мяу, Лакшми Мельниковой, Найтушки Поняхи, для Раи Кошачконовой, Кошевой Ульяны, Даши Рео, Виктории Сиренко, Валерии Кондрашовой, Вики Лайк, Кошки Кристины, Оружан и Аллы Юнцевой. Следующие пушистые приветики для Бишкек Смартпад, Бегемай Азизовой, Алены Дроновой, Карины Терентьевой, Лизы Лукьяшко, Каролины Лупановой, Маши Андреевой, Полины, Кузьминой Дианы. Также пушистые приветики от кошечек получают Саша Мурзаев, мисс Аня и мисс Алена Никулина, Самира Бегматова, My Little Самира, Наиля Нурахунова, Сара Кэт, Лиз Крис, Ксюша, Елена Азарнина, Лиза Кудакова, Левина Диана, Захра Аббасова, Юля Бузурна, Марина Серебрякова, Марьяна Зателепина и Святослав Зацепин, Настя Чапурина, Оля Шмонина, Аяулын, Мультшоу, Роза Розалия, Влада Кац, Вика Лайв, Элис Энджел, Наиля Мишанова, Октан и Кайрат, Мяу Лайв, Нуриева Ирина, Оля Шундик, София Остапев, Златовласка Алиса, Анютка Незабудка, Супер Лиза и Олег Анискин. От Анжелочки приветик получает Лиза Кисамур, Васик Вамас и Лиза Соболева. От Милочки приветик получает Олег Тарас. От Дианы приветики Елене Прокофьевой и Аминке Мандаринке, Кристине Мирной, Маргарите Мяуарлю и Диане Веселовой. А также всем Дианочкам привет! От Сони привет получают София ТВ, Мухаммед Султан, Юля Лебедева и Яна Чупина. От Анжелы и Сони приветик Веронике Петрив, а им от Вероники. От Дианы и Ани приветик Лизульке Соколовой, Анне Гриненко. Цветок жизни получает приветик от них и Надира Каримова. От Милы и Дианы приветик для крутых девчонок Лайв. Ну а теперь, кошечки, для вас, для всех поздравления от наших зрителей. От Маргариты Стартлав, от Радмира Ахтамьянова, Полины Шашковой, Аминки Мандаринки, Ангелины Калинич, от Василиски, от Дианы, от Софи Пэтс, Насти Астафьевой, Михаэлы Флореа, Лилу Фурфара, Марьям С, от Даши и Полины, от Александры Плотниковой и ее Тома и Анжелы, от Dolls Story и ее котиков Аида и Милы. От Дианы Мина, София Таричева передает привет вам, кошечки, Виктор Волохин, Зайка Таня и Ники Сарлукевич, Ксения Семенюк, Вика Лайк, Мангл Лав. Также от Карины Терентьевой привет, от Джамили Маликовой, Каролины Лупановой, Анастасии Анохиной, Тани Мурай, Оли Сподаренко, Марии Чебуриной, Сумбаевой Миланы и Ангелины Лайк. Анечке пушистый приветик от Лизульки Соколовой, Валерии Дедук и Саши Мурзаевой. Милочке приветик от Насти Лав,
А также приветик Миле передает Кэти Лайф, Кира и ее брат Костя, Санта Кайя, Ирина Ледь и ее кошечка Милана. Для Сонечки приветик от Лин Бит, от Сони Пташки и от Лиз Крис. Диане от Вероники Клубники привет. Диана Мина передает тебе, Дианочка, привет. И чтобы ты росла здоровой. Гулька Павлова передает приветик. Кристина Мирная, Виктория Сиренко, Блокси, Саша Виноградова, Руслан Умурзаков, Алексей Сафронов, Ангелина Лайк, Ирина Тайнатулина. Кошечке Анжели приветик от Эвелины Бигбаевой, Галины Таргонской, Натальи Кочкиной, Алины Денищенко и от Мяу Лайф. Анечке и Дианочке приветик от Даши и Полины, от Лины Лайф, от Киски Мяу, от Насти Федорченко, от Дианы Камаловой, Лизы Кисы Мур, Сумбаева и Миланы. Соне и Дианочке привет от Валерии Дедуки и ее Анжелы, Анжеле и Диане от Найтушки Поняхи, Миле и Диане от Нади Соколовой. Спасибо кошечке за приветики и вам, ребята, тоже спасибо большое за приветики для кошечек. Ребятки, очень здорово провели мы сегодняшний денечек вместе с нашими кошечками. Спасибо вам, кошечки, за то, что порадовали нас. Классно, Анечка, что у тебя сегодня день рождения. Ребята, поздравляйте нашу Анечку, а она будет читать ваши поздравления в комментариях. И обязательно поставьте лайки нашим кошечкам и особенно Анечке. Ну а теперь, ребятки, мы с вами будем прощаться и с кошечками тоже. Всем пока-пока! Ребята, всем привет! Доброе утро, наши кошечки, вы уже проснулись, это очень-очень классно, да? И мы с ребятами пришли к вам в гости и хотим узнать, что же у вас сегодня будет новенького. А, расскажите нам, кошечки, мои любимые кошечки сейчас расскажут. Нашей кошечке Анечке пришло приглашение на фестиваль. Рок-фестиваль, который состоится в Париже. Вы представляете, нашей Анечке придется выступать на рок-фестивале. А Анжелочка и Сонечка будут ведущие на этом фестивале. Поэтому нам надо будет всем вместе отправиться в Париж. И даже Милочка с маленькой Дианочкой поедут вместе со всеми кошечками и будут смотреть концерт в Париже. Правда здорово, ребята, да? Это отличная новость, и мы сможем вместе с нашими кошечками побывать в Париже. Особенно будет это интересно Дианочке, да? Потому что остальные кошечки уже были в Париже, а Дианочка еще не была. Так что, ребятки, сегодня будем собираться в Париж с нашими кошечками, с нашими самыми красивыми и любимыми кошечками. Дианочка больше всех радуется, да, малышка? Такая классная кошечка. Так, ну и что, давайте покупаемся все вместе. Осталась еще у нас Сонечка непокупанная и Анжелочка, наша любимая кошечка. Да? Вот так, и теперь кошечка Анжела. И пойдем кушать. И, кстати, ребятки, у них будет очень хорошее настроение. Стоит нашим кошечкам только покушать и почистить зубки. И наши кошечки начнут улыбаться, потому что сейчас они такие недовольные, наши милашки. Что же случилось, а? Вы так хотите кушать, да? Ну, скоро мы покушаем. Давай-ка. Милочка, апельсиновый сок. И давай вот это пирожное. Макарон. Вот. И все остальным точно так же. Нашей маленькой Анечке хотела сказать. Она у нас уже не маленькая наша Анечка. Скушай вот печенье и пирожное. Так, кто тут у нас больше всех хочет покушать? А это наша Дианочка. Так, печенье, апельсиновый сок и... Что, леденец хочешь? Ну, скушай леденец на палочке. Ух ты, какая голодная девочка, кошечка. Так, и теперь Сонечка пирожное съела. И хочешь еще что-то, бутербродик? Нет, уже наелась. Так, и теперь наша Анжелочка самая голодная. Выпей молочко, Анжела. И тоже такое же пирожное. Наверное, очень-очень вкусно было, да? Ну, а теперь, девчонки, идем чистить зубки. И потом будем наряжаться.
у наших красавиц должны быть самые чистые зубки. Особенно у нашей артистки Анечки. Хотя у нас все артистки, да, и Милочка артистка, и Соня, и Анжелочка. Но Милочке придется сидеть с маленькой Дианочкой, так как она молодая мама. А Дианочка еще выступать не может. Она еще не научилась, но скоро научится и будет тоже выступать. Станет звездой, как наши кошечки. Ну вот, мои хорошие, почистили зубки, и теперь можно отправляться в аэропорт. Но вначале мы переоденемся, да? Давайте сегодня постараемся быстро переодеться и полетим в Париж, который, я знаю, вы очень-очень любите. Ну и начнем с нашей Анечки, которая у нас будет выступать на фестивале. Она у нас рок-звезда, и поэтому для этого случая у нее есть классный костюм. Рокерши. Настоящая рокерша, наша Анечка. Оденем ей вот такую яркую кофточку. Здорово. Так, и теперь шубку, которая будет у тебя, Анютка. Это будет черно-белая шубка. Также мы возьмем... Какую прическу? Вот интересно. Давай вот эти волосы на одну сторону. Настоящая рокерша. А также глаза аниме у нас будут. Вот такие глазки у нашей рокерши Анечки. Все, Анюта, ты готова. Так, и теперь наши ведущие Анжелочка и Сонечка. У Анжелы будет для фестиваля розовое вечернее платье. Будут у нас очень красивые ведущие в вечерних костюмчиках. Также у нее будет прическа с розовым цветочком. Вот она, такая красивая прическа для кошечки Анжелы. А также розовая шубка. Вот такая вся в розовом наша кошечка Анжела. И также у нее будут такие карие глазки под цвет волос. Так, ну а теперь наша Сонечка тоже будет в очень красивом платье. Она оденет для выступления коктейльное платье. Голубое. Да, давай выберем коктейльное платье голубого цвета. Вот такое яркое, красивое. Белая шубка также у тебя будет. И глазки ангела. И, ребятки, не хватает нам прически. А прическа будет такая же, как у кошечки Анжелы, только с голубеньким цветочком. И вот она как раз уже с голубеньким цветочком. Вот такая миленькая причесочка. Ну, а теперь наша мама Милочка с Дианочкой одевают себе наряды. Милочка будет в таком розовом наряде, чтобы удобно было гулять с Дианочкой. Также у нее будут светлые волосы, мы сделаем длинные. Вот такие длинные светлые волосы. Рыжая шубка. Вот такая миленькая, красивая кошечка. И желтые глазки. Где же наши желтые глазки? Вот они, желтые глазки для Милочки. И теперь наряд для нашей маленькой Дианочки. Возьмем, оденем ей. Давай клубничное платье твое любимое. Да, наверное, ребятки, оденем ей клубничное платье. Она его очень-очень любит, наша маленькая Дианочка. А когда подрастет, уже будет менять другие наряды. Можно будет много-много нарядов разных одеть. Так, теперь она с белой шубкой. Сделаем прическу ей. Давай твои любимые косички. Вот, твои любимые косички и голубые глазки так и оставим. Все, ребятки, наши кошечки готовы почти и не хватает макияжа. Теперь сделаем макияж и... Мы будем почти готовы. Как обычно, макияж очень украшает наших кошечек. И они всегда не забывают делать для себя макияж. Им нравится быть очень красивыми. И вы знаете, они так быстро подготовились, что у них даже осталось время. Время на то, чтобы нашей маленькой кошечке Диане открыть наклеечки. Так что давайте вместе с ней за компанию откроем наклеечки. Давайте, ребятки. И заодно передадим приветики нашим зрителям. Вначале самые пушистые приветики и поздравления с днем рождения от кошечек получают
малыш котик, супер флаффи слайм, Анна Артемьева, Эры Газеева, Оселя. Поздравляем вас с днем рождения, желаем вам счастья, хорошего настроения, классных друзей, хороших оценок и всего самого-самого лучшего. Ну а теперь хотим сказать всем спасибо за классные комментарии с поздравлениями для кошечки Анечки. Очень замечательные комментарии, ей очень понравилось, вы молодцы. И от Анечки, и от всех кошечек для вас всех самые огромные пушистые приветики. Для тех, кто просил приветики от кошечек, мы не забываем и обязательно вам передаем. Самые пушистые приветики сегодня получают Аяжан Кэт Супер, Анна Гриненко, Лина Лайф, Настя, Анна Цапу, Варя Матвеева, Ксения Зазуля, Лиза Самойленко, Севда Халилова, сиамская кошка Соня, Вероника Свида, Лиза Кэт, Кира, Лав Кипс, Саша, Аня, канал Василий Шацких, Юля Лебедева, Марьям С, Юлия, Настя Семенихина, Даша Принцесса, Макеева Елизавета, Соня Хубулина, Dolls Story, Мария Платова, Кошка Кристина, Чудеса с Алисой, Арина Брындина, Рамина Кулиева, 50 Дес, Карина Терентьева, Даша Лол, Валя Ткаченко, Маша Андреева, Яна Мэл, Вика Лайк, Волоснова Яна, Лена Лебедева, Настя Худанич, Настя Мелехина, Светлана Новокшенова, Коноваленко Аня, Мисс Анимаешка, Вишня В, Полина Тики, Салон Связи, Соник Бум, Евгений Соловьем, Хадижат Мирзаева, Шкапская Стася, Ольга Зуева. А также пушистые приветики летят для Пилипенко Оксаны, Саши Журиной, для Цветочка ТВ Даши Виноградовой, Киры Дубцовой, для Яночки Иврит, Санты Кайя, Алексея Сидоренко, Ани Вавилиной, Варвары Филипповой. А также пушистый приветик получает Ингрида Шинчик, Вика Чуйкина, Алла Юнцева, Полина, Вика Ворсина, Валерия Кононова, Мария Каменская, Полина Волошина, Арина Иванова, Дарина С, Вероника Чупрова и Аня Свирневская. От Анжелочки приветик получают Настя Лав и Диана Камалова. От Милы привет получают Софийка Лапа и Анет Незабет. Для Алены и Леры приветик от Милочки и для Софии Таричевой. От Анечки приветик для Кати Ульяновой и Ксении Поповой. От Дианы привет получает Минка Шоу, а также Юрий Ш, Ангелина Иванова. От Сонечки приветик летит Садыковой Насте. От Анжелочки Дианочки привет получает Айлин Денис. От Милы, Ани и Сони приветик Василисе Денисовой. От Анжелочки, Сонечки и Анечки для Вероники Петрив. Привет АИМ от Вероники. От Анечки и Сонечки Елене Прокофьевой привет. От Ани и Дианы для Гульнас Мукушевой и Саши К. А также Игоря Камишникова и Евгения Соловьева. От Дианочки и Милочки приветик для Аминки Мандаринки и ее котика Лаки. А от Ани и Анжелы приветик Насте Бруяке. Кошечки, а теперь... Для вас самые пушистые приветики передают наши зрители, и мы не будем каждой по отдельности передавать, а передаем всем-всем кошечкам, потому что вы у нас самые любимые, и так принимайте приветики. Самые пушистые приветики для вас передают Милашка Персики Веселье, Анна Гриненко, Марьям С, Dolls Story, Блокси, Аминка Мандаринка, Кошка Кристина и Никиса Арлукевич, Руслана Адаменко и ее Анжела, Михаила Флореа, которая вас очень-очень любит. Следующие пушистые приветики кошечки для вас летят от Каролинки Малинки, Насти Астафьевой, Жамили Маликовой, Александра Белякова, Валерии Дедук и ее Анжелы, от Лины Лайф, Сони Хубулиной, от Мисс Анимешки, Вишни В, от Даши и Полины, Шкапской Стаси, Вари Матвеевой, Санты Ка, Дианы Кэт, Александры Плотниковой и ее Анжелы, от Дианы Камаловой, Ани Вавилиной, Вари Филипповой, Софии Таричевой, Ирины Поповой, Рамона Мадема и Анжелы, Вики Ворсиной, от Валерии Гараячич, Варвары Гадзевич, Вики Пономаренко, от Насти Садыковой, Тани Мурай и Марии. Спасибо, зрители, вам за приветики для наших кошечек, а также вам, кошечки, спасибо за то, что вы любите наших зрителей и передаете им приветики. Наши кошечки уже готовы отправляться в Париж, так что скоро-скоро они уже полетят. А теперь давайте на прощание финальный танец для наших любимых зрителей. Подтанцовывайте вместе с нашими кошечками, с нашими звездами Анжелочкой, Сонечкой, Милой, Дианочкой и Анечкой.
Я думаю, что у вас тоже так же здорово получается, как у наших кошечек. Ну а сейчас, ребятки, наши кошечки будут лететь в Париж. Классного вам выступления, Анюточке, Сонечке и Анжелочке. И классно провести вам время. Ну что, ребятки, всем пока-пока и нашим миленьким кошечкам пока-пока. Ребята, всем привет! Привет, мои любимые кошечки! И посмотрите, наши кошечки в Париже! И больше всех обрадовалась маленькая Дианочка, потому что она первый раз в Париже. Как это здорово, да? Ребятки, поэтому сегодня классное парижское утро у наших кошечек. И сегодня наши кошечки решили устроить фотосессию на память о Париже. Поэтому сегодня будем собираться на классную фотосессию. Правда, здорово, ребятки? Наши кошечки очень любят фотографироваться, наряжаться, и поэтому у нас получится супер-классная фотосессия в Париже. Здорово, да, ребятки? Классно? Можно будет посмотреть на наших красавиц-кошечек на фотографиях. Особенно это очень хочется нашей маленькой Дианочке. Так что давайте, кошечки, сейчас искупаемся, и потом будем наряжаться. Сколько радости у нашей малышки! Такая грязненькая, но зато веселенькая. А зубки хочешь почистить? Ну, сейчас мы покупаемся, покушаем и почистим зубки. И будем наряжаться. Да, да, Дианочка. Такая веселая малышка. Как она мне нравится. Наша кошечка залазь в ванночку. Так классно в Париже, да? Такое нежное. Все, обстановочка такая красивая. Вообще, Париж очень романтический. Загадочный город. Дианочка, ты веселунья наша, малышка. Так хорошо, что она у нас есть, правда, ребятки? Наша красавица-кошечка, которая нас веселит. Итак, вот наши забавные, красивые кошечки. Грустные немножко, да, несмотря на то, что они в Париже, но они грустят, потому что хотят почистить зубки, да? Они знают, что надо на фотосессии классно выглядеть. Так, ну что же, начинаем кушать, мои хорошие. Мои любимые кошечки сейчас наедятся. И вот поздравим нашу Милочку с получением нового уровня. Здорово! Поздравляем, Милочка, тебя. Так, кто еще хочет покушать? Милочка, держи бутербродик. Так, и Анечка печенюшку съест. Сонечка, держи творожок. Так, кажется, уже все кошечки наелись. Так, а у Дианочки что-то совсем пусто. Надо будет после фотосессии тебя покормить. И, кстати, ребятки, они еще хотят сходить в бассейн. Поэтому сходим на фотосессию, а потом еще зайдем в бассейн. Дианочка очень-очень хочет покупаться и поучиться плавать. Милочка, научишь Дианочку плавать? Ей очень-очень интересно. Да, Милочка? С Дианой будет в детском бассейне, а наши кошечки во взрослом. Диана, ну ты нас веселишь, такая классная ты сегодня, правда? Ребятки, мне так нравится, когда она маленькая. Ну, скоро она вырастет. Хотя надеемся, что у нас еще будут маленькие кошечки, да, ребятки? Вот, и Анютка тоже получила новый уровень. Очень классно. Так, хорошо. Ну что же, все, теперь мы полностью готовы и идем на фотосессию. Нас ждет уже фотограф, поэтому будем быстро наряжаться, да? Постараемся сделать это побыстрее. Какие танцующие кошечки, я вас очень-очень люблю. Итак, идем переодеваться. Ух ты, смотрите, у Дианочки появилось галоплатье. Классно, не зря наклеечки открывали. А также надо что-то одеть для сегодняшней фотосессии нашей маленькой красавицы. Марсианское платье. Есть у нас наряд «Летнее сияние». Это мы оденем для похода в бассейн. Ну что, давай оденем что-то, может, из этих костюмчиков. Валькирия есть у тебя прикольная, это Диана. Такая маленькая. Коктейльное платьице есть. Давай его и оденем. Хочешь в таком коктейльном платье, как у Сонечки? Выберем тебе другой цвет, если есть. Зелененький. Вот в таком зелененьком коктейльном платье будешь на фотосессии. Прикольненько. Посмотрим новые прически. Какие у тебя есть?
Что-то должно быть новенькое. Волосы на одну сторону. Хорошо, что открылись. Вот такие коричневенькие волосы будут у тебя. А также красные глазки открылись. Классно. Но мы вот такие коричневые возьмем. Или давай зелененькие. Зеленые глазки как раз будут под цвет твоего платья. Ух ты, ты очень красивая, Дианочка. Хочешь другую шубку? Вот такую рыжую шубку. Смотри, у тебя сегодня все новенькое. И шубка, и прическа, и платье. И даже цвет глазок такой. Давно мы его не использовали, да? Все, наша Дианочка готова. Конечно же, макияж делать не будем. Ну а теперь, ребятки, давайте-ка сделаем наших остальных кошечек красавицами для фотосессии. Пока будем наряжать наших кошечек для фотосессии, наша подписчица Варвара Годзевич написала стишок, сама сочинила и попросила, чтобы я его прочитала для кошечек. Так что, кошечки, слушайте. Каждый маленький котенок любит Телевилли, потому что каждый день счастливый, когда Телевилли. Каждый день видосик крутой выкладывает вновь. Спасибо, Телевилли, за прекрасных кошечек. Спасибо, Варварочка, тебе за стишок. Ребятки, если у вас есть такие же желания написать стих для наших кошечек, обязательно напишите, и мы прочитаем видео. А кошечкам будет очень интересно послушать. Ну вот, ребятки, посмотрите на наших кошечек. Они готовы почти к фотосессии. Дианочка и Милочка одинаковые, да? Мама и дочка в одинаковых нарядах. Очень красивые фотографии получатся. Взрослая Милочка и малюсенькая Дианочка. Просто красотки наши кошечки. А теперь давайте, ребятки, посмотрим на макияжи. Какие подготовят наши кошечки. С макияжами нашим кошечкам будет очень-очень красиво. И нашей Анжелочке, и Сонечке, и Милочке, и Анютке. Ну а Дианочка, тебе пока еще надо подождать. Ты и так очень-очень красива. Ну вот, кошечки сделали макияж, а Сонечка решила еще перекрасить реснички. Захотела черные реснички. Самая любимая. Вот такая будет наша Сонечка. Итак, наши девчонки-кошечки готовы к фотосессии. Посмотрите на наших красавиц. Ой, здорово, Дианочка снова так радуется. Ты очень похожа на маму Милочку. Красавицы-кошечки, а теперь посмотрите, какие классные фотки получились. Отличная фотосессия у наших кошечек. Правда, здорово? Такие миленькие красавицы. Ну а сейчас, мои хорошие, давайте-ка сходим в бассейн. Ведь вы очень хотели в бассейн, правда? Давайте-ка сначала потанцуем для наших ребяток. И передадим приветики. А потом переоденемся и пойдем в бассейн. Ну что же, мы с кошечками начинаем передавать самые пушистые приветики. И, конечно же, поздравления с днем рождения, которые сегодня принимают Лера Будникова, Глаша Кипина, Наталья Федосова, Ксения Валуева и Бегемай Азизова Азиза. Поздравляем вас с днем рождения, шлем вам самые-самые пушистые приветики и обнимашки от кошечек. Также желаем вам счастья, удачи, хороших оценок, отличного настроения и пусть сбываются все ваши мечты. А сейчас приветики для тех, кто просил. Ребятки, не забывайте в комментариях писать имя и фамилию, чтобы мы с кошечками знали, кому передавать приветики. Напоминайте о себе. Итак, самые пушистые приветики сегодня от кошечек получают малыш-котик Наиля Нишанова, Каролинка Малинка, Катя Ульянова, Карина Шоу, Анастасия Анохина, Ксения Мельникова, Ирина Моисеева, Кира и брат Костя, Элис Энджел и ее кошечка Соня, Кэти Лайф, Леди Кот ТВ, Лиза Демидова Лол. И посмотрите, ребята, наша маленькая Дианочка подросла. Она уже дошкольник. Как это здорово, правда? И скоро наша Дианочка догонит Анютку. Очень-очень хорошо. Ну а теперь продолжаем передавать приветики. Следующие самые пушистые приветики также получают Василиса, Надя, Хаски из сказки, Севда Халилова, Евангелина Мяу-Мяу, Оружан Про, Даша Сергеева, Настя Пронько, Катя Пухова, Марьям С, Аня, Чудеса с Алисой, Елена Азарнина, Эвелина Кукличева, Руслана Адаменко, Макеева Лиза, Соня Хубулина, Вика Лайк, Валерия Дедук и ее Анжела, Иникиса Арлукевич, Колупаева Настя, Александра Байбус, Принцесса Пушинка, Вероника Желудкова и ее кошка Соня и Лиза, Александр Зубарев, Мисс Мия Волшебница,
нравится. Следующие приветики, самые пушистые, летят для Пинки и Рарити и куклы Елизаветы Лилик, Юли Бондарь, Ксюши Левкович, Златы Бирюковой, Волосновой Яны, Вероники Чупровой и ее сестры Оли, Ирины Слободанюк, Анны Андриенко, Мяу Буськи, для Ирлановой Айзере, Дмитрия Башкирникова, Ангелины Калинич, Сони Лупановой, Королевы Тани, Яны Чупиной, Эммау, Жалды Смирболотовой, Влады Кац, Аяжан, Кэт Супер, Даши и Полины, для Ольги Армани, для Леди Полины, Насти Кэт, Вари Матвеевой, Иры Топал, Лии. Следующие пушистые приветики получают Пономарева Злата, Ксения Колесник, Pets Online и друг с канала Трес Дес, Арина Брындина, Вишня В и ее брат Олег Анискин, Ксюша, Кира, Киска ТВ, ЛПС Свит, Анжелика Нефедина, Ева Голубник, Даша Огородова, Аяука Принцесса, Катя, Юля Лебедева, Диана, Полина Лол, Лиза Демидова Лол, Вика Мартынова, Наталья Петунина, Елена Маркова, Лилли Кити, Хатия Хатия, Алина Мурзаева, Гузель Мулаянова, Тягун Анна, Надежда Соловьева, Ярослава Туркина, Гаузар Алматкизы, Лина Лайф, Милана Евлоева, Ирина Михайлова, Вика Ворсина, Зиёда Евлоева, Анна Николаевна Третьякова. От Сонечки, Дианочки и Анечки приветик для Ани Гриненко и Ини Кисарлукевич. От Милочки и Анжелочки приветик получает Елена Прокофьева. От Милы и Дианы летит приветик Элине Коробейниковой. А от Анюты и Анжелочки – Аминке Мандаринке. От Анжелочки и Дианочки приветик Яше Гертнер. От Анжелы и Сони получают приветик Лизулька Соколова и Карина Терентьева. От Анжелы, Сони и Ани Вероники Петрив приветик, а им от Вероники. От Дианы и Анютки приветик Никуле Красотуле, а кошечкам от нее. А также приветик от Дианы и Анютки для Каролины Захарченко. От Милы Ани Скачковой и Яночки Еврит приветик. От Сонечки летит приветик Ангелине Ивановой, Садыковой Насте. От Анютки приветик получает Ярослава Туркина и Диана Камалова. От Анжелочки приветик Марии Громыко, Софии Киди и Синбаевой Насте. Ну а от Дианочки приветик Насте Бруяке и ее кошечке Анжели, Рите Автушка, Фатиме и Зухре, а также Лизе Кисмур. Ну а теперь кошечки для вас, самые пушистые приветики всем-всем кошечкам, а также кто-то из вас передавал некоторым кошечкам, и вы знаете своих самых любимых. Итак, приветики кошечки вам передают Киска ТВ, Валерия Гараячич, Алина Денищенко, Лилу Фурфару, Амира Мукхамеджан, Дмитрий Мишин, Красотка Джина, Варя Матвеева, Валерия Дедук и ее Анжела, Даша и Полина, Аминка Мандаринка, Руслана Адаменко и ее кошечка Анжела, Лизулька Соколова, Настя Лав, Ангелина Иванова, София Салия, Михаэла Флореа, также Алина Мирк и ее Мурзя, Елизавета Лилик, Анастасия Анохина, Маргарита Коновалова, Лера Будникова, Златовласка Алиса, Сонька Диавай, Василиса Пронина, Рамон Мадем, Элина Коробейникова, Арман Дюсекина, Александра Киселева и ее маленькая кошечка Анжела, Анна Лезарева, Кира, Таня Ваганова, Даша Даша, Варвара С, Наталья Н, Цветочек ТВ, Даша Виноградова, Надежда Петрова, Ксения Валуева, Катя Петухова, Исинбаева Настя и Садыкова Настя. Спасибо всем вам за приветики. Ну что же, ребятки, посмотрите, наши кошечки уже готовы. И сейчас пойдут в бассейн. Кто там спать захотел? А, маленькая Дианочка? Спать не надо, мы сейчас идем учиться плавать. Ну что, ребятки, я думаю, что вам очень понравилось сегодняшнее видео. Поставьте лайки нашим кошечкам. А сейчас финальный танец наших красавиц. Танцуйте вместе с нашими кошечками. Я думаю, что вы уже выучили их основные движения, поэтому вам очень легко танцевать с нашими красавицами под их любимую песенку. Ну что же, а сейчас, кошечки, мы будем с вами прощаться. Спасибо за классно проведенное время с вами. Мы вас очень-очень любим, как и вы нас. Ну а сейчас, ребятки, пока-пока. И кошечки тоже вам пока-пока, мои любимые.